Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. Держим дальше, ужас и стоим. Лучше бы, да, я... Эй, чувак, у Кушмана. Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Я видел и более достойных соперников. Чё кто первый? В первом круге. Я. Хантер, подойди поближе. Трёх соберёшь. Играй. Да быстрее. Забейте с него, дайте верханту. Бля, ну ладно, сейчас Геру туда дадим. Ой, поднимай ханта. Ты право, я лево. А что, он снабольт на тебя? Дайте по ханту кас. Ладно, опять лапы. Использовать эту способность. Идите к черепу. А ханту похуй вообще. Раньше напидите сейчас. Вот он чем нам таксим. Повел ледяным дыханием следующего бойца. На арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои. Портал ты поставил? Ты конечно. Шо он нахуй, блядь, баран. Хант, если поближе подойдешь, я тебе стерею дам. Я могу использовать эту способность.
Хранителя. Чернокнижник Вилфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Трепещи перед всевластным Вилфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Блять, надо было в кота, да? Вот я главный! Давай успеешь. Справьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство. Перед вами Джарацус, эреданский повелитель пламенного легиона. Тут третий. Уже вышел. Портал-то бьете, нет? Вы что, ебанулись? Блядь, смотрит. Че за все? Че с инфернал будут? Ну-ка, играйте. Убейте, Галена. Если вы не убьете инферналов, попадем. Гибель Вилфреда Непопамса весьма трагична и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. Что тут вашему ответу? К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. Чем могу быть полезен? Подлые собаки Альянса! Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой! В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду!
Сергей Милик, Урик, как? Тогда в коте буду. Че, ты его, конечно, не видит. Игра в Ханта сразу же сыграем. Вара, я заберу, уведу куда-нибудь в сторону. Приз на дисплее, реплики станы, покаяние, фибрилляцию, жабу кого-нибудь, не знаю, шамана вынуну. Ну и все там, арту похеряю. Ханта, сову, ШП. То есть ты дал поймали. Ну да, это ромбик. Беги, малышка, беги! А, что кто-то есть на меня антипир? Вот, блядь, шаман, ой, поздно уже. Первый дисплей тесный. Ну кто с дисплеем, да? Должен читать. Что там, Ханта убили? Да бог, понял. До сих пор не убили, что ли? Там лопал, он вообще АФК стоит. Смогу потом. Очень уже квадрат бьет. Не фир в арбиже прийти. Там ты не тебя. Хоть в арбиже. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины, и ради чего? И лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы. Как это идет, конечно. Не, наши маленькие. Пусть состязания начнутся. Вот, берегет.
Ну как? Надо ХБ. Мы пацаны ХБ. Тут могу ХБ шмот падать. Почитайте, в хвале все написано. Когда на тебе черная сферка, ловишь черные сферки. Когда на тебе белая сферка, ловишь белые сферки. От других отбегаешь. Он ничего не делает. Что там с Локом с этим не так? Смотри, он вообще ничего не делает. Ну типа он за весь инст набил меньше, чем ты в раза в два, чем БДК. Так он и вагон есть. Так он тупо АФК на каждом боссе, не просто вагон. Так, чисто закрыл, там идет. Разберем. Блин, челик просто плюсанул в рейд и стоит АФК, весь рейд. Он на втором еще больше так и плюсанул. Что АФК он, короче. Они там приехали, что-то за мной. Света, уберите Света урон по себе. Секунды две. Смотрим. О, берите черную воронку, берите ладно, только опять мы упали. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов. Король Лич понес тяжелую потерю. Он что-то говорил тебе, Фам? Да, за ним приехали, говорю же, второго босса. Как у тебя чил получить? Ну, СП, и помощник. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я... Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Ретрики, смотрите, Войт вам скажет стан дать, масс стан, который дайте масс стан. Сразу на пометку приготовьте, удобно. Да тут до масс стана все завешаться должно. Не убьется, они будут кастовать. Да если что ты там раз откуда выйдешь? Это место станет вашей могилой. Надо подождать. Сейчас переключайтесь, трэш.
не заведет. Сферы сверху сбейте. Ой, не то. Вот и гости заявились, как и обещал господин. Чё, здесь не бегает? Не. По сути, Джерак, тут самый тяжелый босс, что ли? Использовать эту способность. И на этом можно обосраться. Тувчан вообще. Бейте пачку грибов и переводите босса. Бейте вот этих двух мобов. Грибов бейте. Не переводите сейчас. Один процент. Как раз. Бомберу, да? И секаем чисто босс. Да. Придешь под босса, да? Ред там мостам затупил. Зачем ты дал? Тебя просили. Не собирайтесь, так понимаю. Наверное. Иди босса. Все убили. Не пыльте, пожалуйста, ткань. Чтобы я... Кто сказал пароль ткань? Да, на ДФБ, на этот поезд. Да. Вон на ханта бисовый лук. Вот, на аэродром. Значит, не надо, я не буду собирать его. Да, вон кто там, другие.